Здорово, щеглы! Сегодня мы будем делать резаное пиво. Нам для этого понадобится пиво, пиво, кружка и ложка. Начинаем с того, что открываем наше пиво. Блять, нихуя как... Вливаем пиво в кружку. Давай... Ну, вроде нормально. А дальше мы... Ромыч, вообще не нормально. Мы вообще-то хотели светлое как бы вниз, а сверху слоить темное. А, ну... Так. Ой. Чё-то не хуёво уже. Ой. Уф. Сука, половину выпил, блин. Новую открывать. Начинаем вливать. Вливать надо так, чтобы немножко пены превратилось в немножко пены. Короче, наливаем, как бабушка наливала. Во. Теперь открываем темное пиво. Вливаем его по ложечке аккуратно, как будто вы пытаетесь ночью поссать, чтобы никого не разбудить. По ложечке, понятно. Так вот, блядь, аккуратно. Ух, нормально. Вот. Ну, вроде красиво, попробуем. Заебись. На самом деле, резаное пиво, понимаете, когда человек хорошо режет, это труха получается. Вот. Охуенно нарезал. Можно даже на свет поставить и выглядит отлично. Еще раз попробуем. Не распробовал, интересно. Падре, тащи закусь. Не, ну а вообще заебись. Во дворе березка стояла, что-то там и упала. Ох, бля, я сейчас сдохну просто, бля.